dvhub.ru. Надо было стоять в очереди, надо было записываться. Строгая наша библиотекарь школьная проверяла у первой и второклашек, чистые ли у них руки, перед тем, как выдать, скажем, книгу Волкова «Желтый туман», на которую я должен был стоять в очереди почти целый год, потому что, конечно, держали все положенные 2 недели. То есть, в общем, библиотеки — это действительно было то место, куда я шел за интересом. Давайте отправимся туда, то им там уже спать пора. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос от нашего читателя. Какой бы тип экранизации для ваших циклов вы бы выбрали? Полнометражный фильм, сериал, мультсериал или аниме? И почему? Ну, сериалы. И то, и другое мультипликация, а аниме — это просто стиль рисования, насколько я помню. Для разных книг выбрал бы разное. Сейчас, конечно, да, время сериалов, такой вот их минута славы. Они на коне, кажется, что деньги все должны нести туда, нужно делать сериалы, сериалы, сериалы. Но, что называется, ничто не вечно под луной. То есть для экранизации моих вещей, которые написаны в стиле высокого фэнтези, эпического фэнтези, я бы, наверное, выбрал сериал. Но, вот, да, подобный, наверное, по масштабу «Игре престолов», которую я, правда, не видел, но люди отзываются о ней хорошо. Для вещи, подобной трилогии о приключениях Молли Блэквотер, я бы, вот это честное слово, я бы это сделал в жанре аниме. Потому что это подростковая вещь, а у этой аудитории вот аниме заходит просто на 5 с плюсом. И прощается абсолютно все за один только жанр. То есть зрители так очень благодарны у этого жанра. dvhub.ru